Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт на нашей волшебном скайблоке. Так, ну что ж. Эх, ребята, смотрите, знаете что? Мне нужно побольше всяких различных штучек. То бишь, мне нужно... Подожди, берем дубового листья и еще... Подожди, смотри. Скелеты, да? Так, кровати нету. Эх, ладно. Бежим. Тут еще у меня монстры. Я сейчас быстренько. Нет, не взорви. Не взорвись. Взорвался, ладно. Эх, ладно, прыгаем. Так. Аккуратненько. Здесь надо будет сделать ступеньки, слушай, знаешь, что, чтобы удобнее было прыгать. Так, а у нас здесь, мы тут воюем с этим волшебником, названием Дракон. Так, быстренько сейчас забираемся наверх. Так. Есть. Убрали, теперь нужно на те подняться. А, нет. Ой, умер. Ничего страшного. Продолжаем. Борьбу нашу волшебную. Так, мне нужно сразу сюда вот эту кондиль поставить. Дубовые доски, листья, господи, листья. Так, и поднимаемся, так, эту я взорвал, теперь вот эту верхнюю, теперь сейчас взорвем, она очень высокая. Так, дракон летит на нас, ничего страшного, мы сейчас здесь встанем. Вот аккуратненько, и сейчас поднимемся наверх. А, смотри, взрывает нас дракошка. Дракошка нас взрывается, ничего страшного. Так, поднимаемся наверх. Так. Я надеюсь, у нас листьев хватит. Так, и... Опа, умер, почему? Подожди. А, от взрыва умер, что ли? Ё-моё. Пошли со мной туда. О. Где-то вон он идёт сзади. Ладно, со мной пошел, мы пошли, значит. Будешь мне помогать. Так. Так. А, вот эту я еще не взорвал, подожди. Так, эндерменчики. Угу. Так. Сейчас мы... А, вот смотри, наш идет зомбачок. Зомбачок, привет. Так. Эх, высоко. Ладно. Идем, поднимаемся. Скоро мы победим дракона. Так, быстренько это сейчас разрушим, все это дело. Так. Заходим сюда. Что такое? Даже нормально. А, видишь, он отсюда энергию. Так. Ладно, знаешь, мы что еще сделаем? Мы сейчас поднимемся сюда. Немножечко вот так вот уберемся, уйдем. И он... У меня же есть лук. Я сейчас буду с лука стрелять. С лука стрелять будем. Так. Надеюсь, проканает. Есть! Отлично. Так, а теперь мне надо будет сюда направиться. Ох, нет, пожалуйста. Дракон взорвал меня. Ой, зачем я тут сюда поставил? Так, ладно, поднимаемся опять. Ну, будет сегодня жарко. Ну, сегодня я постараюсь, если не убить дракона, так... Хотя бы взорвать все его... Вот эти вот башни. Башни подзорвать его. Так. Аккуратненько идем, на эндерменов не смотрим. Так, вот еще башня. Хорошо. Так. Не знаю, хватит, не хватит. Короче, надо немножечко. Ух ты! Гаденыш, смотри, за... Гаденыш, да? Так. Сейчас мы аккуратненько здесь поступаем. Так, ё-моё. Дракошка. Ты что творишь, а? Гад. Так, мне нужно быстренько набрать... Булыжников этих. Так. И мне надо аккуратненько здесь поднять. Что за звуки такие? Так, вот сюда поднимаемся. Так, быстренько. Так.
Поднимаемся наверх. О, вон дракон смотрит. Гад, а? Так. Нет, слишком близко я стоял. Ладно, я сейчас кое-что возьму из дома. Так. Так, сейчас я тут это все залатаю. Так, у меня где-то там есть кое-что. Нужное мне. Так, а здесь, в принципе, смотри. Наступило утро, день. Все помирали. Так, иди отсюда. А, спасибо, взорвался. Так, здесь ничего нету. Здесь, мне кажется, где-то... Подожди, нет, это тоже не то. А, вот он. Вот то, что мне нужно. Так. Криперы, гадость, смотри, все мне тут взорвали. Так, все, быстрее бежим оттуда, значит, поднимаемся. Так. Так. Прыгаем. Опа. Так, и сюда. Так, вот что мне надо. Вот, вот. Так. Это вот мне. Строить я буду. Так, ну хорошо. Сколько осталось у меня еще башен? Сколько их осталось? Осталось, я не думаю, что много. Так. Тихо, эндермены. Так, вот эта башня, да? Еще есть. Поднимаемся наверх. Так. Надо будет как-нибудь их подключать, которую я взорвал в башне. Зря не подниматься, потому что у меня такое чувство. И нужно аккуратно их, короче, подзрывать. Потому что надо. Потому что мне это не нравится. Это все кто убивает. Ну все, отсюда, я думаю, можно. Сейчас мы стреляем, есть, взорвали. Теперь мне нужно вот туда перебраться. Сейчас строим мост. Эх, сейчас подожди. Подожди, приятель. Так. Подожди. Вот. Отлично. И я сейчас выстрелю. Да почему я умер? Ну почему? Я же стоял далеко. Я же стоял далеко. Так, ладно. Так, подождите. Так, главное на вас не смотреть. Так, ну, остался вот. Я вижу вот еще одну. Вот этот я взорвал, видишь, он у меня идет. Сюда я там стрелял. Вот этот вот остался еще. Не знаю, сколько еще. Но этот точно. Этот я уже подзорвал. Осталась вот эта башня. Так, хорошо. Если эта башня последняя, то будет здорово. Угу. Так, сейчас мы дракончика убьем. Не переживай. Так, у меня еще есть камушек. Так, вот. Аккуратненько. Отходим. Что это было? Что это было? Так, и отсюда стреляем. Есть. Эй, в смысле, алло? Да кто? Почему? Почему я умер? Так, ладно. Кварца. У меня еще кварца много, так что. Ох, успеем, успеем. Так, подожди, не смотреть, не смотреть вперед. Не смотреть им в глаза. Так. Аккуратненько. Так, где он еще энергию дает? Так, здесь нет ничего. Здесь нормально все. Вот, вот здесь, мне кажется, вот здесь. Вот эта башня. Вот эта башня, мне кажется. Сейчас, сейчас, сейчас сюда попробуем подняться. Так, поднимаемся. Аккуратненько, не падай. Так. Кажется, здесь последняя башня. Ну, может, не последняя. Ладно.
Там еще далеко. О, нет, еще немножко. Ой, дракоша, дракоша. О. А, вон еще. О, тихо, 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 подожди, подожди, не спеши, не спеши. Так, не спеши, пожалуйста. Так, стреляем. Есть. Есть. Вот и вот эту сейчас стреляем. Отлично. Есть, я все. Ох ты, ё-моё. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Так, мы сейчас защиту такую сделаем. Ах ты, гад, смотри, что творит, а? Ё-моё, нифига как резко он меня убил. В смысле? Вообще, очень быстро, очень быстро. Так, а ну-ка, сейчас я посмотрю. А, так, а ну-ка. Питается, наверное, или нет, все уже. Ага. Все, попробую откидывать. Попробую откидывать. Давай, дракоша. Так ты что здесь стоишь? Давай, стреляй. Идем уже. Я убил, я уничтожил все башни. Даже что там было? Что там за взрыв какой-то был? Видел? Давай, давай, дракоша. Сразимся. Так. Он должен опуститься вниз хотя бы немножко. Давай, дракошечка, давай. Что, ты умираешь, что ли, или что? Что у вас там происходит, смотри. Что происходит? Что он делает? На. 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 Ничего, смотри. Стрельни. Так. Опа. Что это было? Что это было, я не знаю, но мне нужны стрелы. Слушай, чувак, дай мне стрелять от меня. Мне нужны стрелы, дай мне стрелы. Так, да, спасибо. Раз. Два. Три. Есть. Убил его. Так. Сколько стрел мне дали? Одну стрелу в снаду. Серьезно? Это очень мало. Так, придется мне курочек убивать, чтобы сделать стрелы. Так. Куры. Так, мне нужны стрелы, короче. Мне бы еще, знаешь, что сделать? Как броню еще. Мне нужен хотя бы золото или металл. Так, металла у меня нет, у меня и золото. Так, а из золота броня сильная или нет? Сейчас я посмотрю. Мне нужна броня. Так. Так, 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 так. Сейчас возьмем брони. Сейчас возьмем золото и сделаем золотую броню. Я думаю, в принципе, это будет неплохо. Так, добываем золото. Так, золотая броня. Так, вот еще золото. О, вон еще золото с высокой. Отлично. Прям. Такое много золота. Вот еще сверху золото. И здесь мы тоже сейчас быстренько золото соберем. Собираем золото, делаем золотую броню. Так. Есть. Опа, и тут еще смотри. Так, ну здесь аккуратнее нужно. Вот, видишь, о чем я и говорил тебе. О чем я тебе и говорил. Так. Тут уже ничего не соберешь. Так, ладно. А, вот еще золото. Так. Опа, чуть не упало. Так, вот золотишко. Так, и тут золото еще куча. Много очень золота. Так, здесь тоже собираем. Так, ну, тут еще не столько. Так, ну и все. В принципе, нам достаточно. Идем плавить. Плавить, плавить, плавить. В печь. Так, а ну-ка, угля немножко возьмем. Не знаю, у меня есть сейчас уголь с собой, нет? Но мне понадобится много угля для золота.
Так, сделаем золотую броню и пойду воевать с драконом. Так, бегом, 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 бежим. Так, и надо будет мне еще поубивать побольше скелетов, чтобы побольше добыть стрел. Так, все, сюда бежим. И здесь мы будем давать... А, вот золото, бац, есть один раз. И сюда берем. Так вот, так, здесь 7 и 15, да? Тут у нас 10, что, я думаю, если не хватит, ничего страшного не будет. Так, ну что ж, дорогие друзья, железосветы, две штуки, пузырек опыта. Так, ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, наверное, все. Будем ждать завтра, и завтра я точно в золотой броне дракончика-то убью. Всем пока-пока.